2 ноября свой 30-летний юбилей отпраздновала средняя общеобразовательная школа номер 4. Праздник прошел в актовом зале в теплой, по-настоящему дружественной атмосфере. Торжество посетили ветераны педагогического труда, выпускники, почетные гости. Глава города Андрей Шубин выразил слова благодарности учителям за их бесценный труд. Дорогие педагоги, бесконечное уважение вызывает ваше бескорыстие, терпение, любовь и доброжелательность детей. Дорогие ученики, любите свою школу, уважайте и чтите традиции, гордитесь всеми достижениями вашей школы. За 30 лет школу окончили почти 23 тысячи ребят. За это время выпускникам было вручено 122 медали – золотых и серебряных. В этот день педагоги радушно встречали в школе выпускников прошлых лет. От них учителя получили много теплых слов в свой адрес. Школа – это она всегда у нас в сердце, в душе. Всегда вспоминаем. И нас пригласили, и мы, конечно, не могли отказать. Были очень рады, что нас помнят. Учитель русского языка и литературы Татьяна Кацобова работает в школе с 1993 года. Эту профессию она выбрала не случайно. Решила я стать педагогом еще в раннем детстве, потому что я воспитывалась в семье педагогов. У меня мама – учитель русского языка и литературы, учителя английского языка, сестра двоюродная, дядя мой, учитель физики и математики. Поэтому другой профессии я не видела, не знала. Поэтому легко определилась с выбором профессии. В завершении торжества учителя подготовили невероятно трогательный и душевный подарок. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.